Город в ожидании дирижабля. Новый культурный центр появится в особняке Мясникова по адресу улица Куйбышева, 104. Танцевальный зал, концертная площадка, классы для творческих занятий. Очередь из творческих коллективов, претендующих на площадку, выстраивается уже сейчас. Размещаться они будут на конкурсной основе. Памятник культуры и архитектуры реставрируют полным ходом. Открыть двери новый храм искусства по планам сможет уже к концу следующего года. Он будет собой представлять. Он будет представлять собой сценическое пространство, репетиционное помещение, арт-кафе. То есть все эти пространства будут работать не только для Института культуры, они будут работать для всей молодежи нашей Самарской области. При поддержке депутата Государственной Думы Александра Хинштейна сейчас ведется работа по подготовке передачи в федеральную собственность нескольких памятников культуры и архитектуры. По фабрике кухни в настоящий момент подготовлены все документы на право собственности Российской Федерации, федеральной собственности. Они в установленном порядке направлены в органы Росреестра. Мы рассчитываем в самое ближайшее время получить уже свидетельство на право собственности. Кроме того, в городе намечена реставрация 10-го отделения Самарского почтамта на улице Молодогвардейская. Историческое здание в будущем будет реконструировано в стилистике начала прошлого века. Планируется, что даже сотрудники будут одеты по форме той эпохи. Анастасия Зубарева, Павел Пресняков. События.